История этого праздника гласит, Дева Мария пришла со своим сыном в храм, туда же по внушению Святого Духа явился и старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Его сопровождала Анна Пророчица, праведная старица, которая давно ждала пришествия Христа. Также в народе этот день считали днем первой встречи весны. На праздник пришел иеромонах Игнатий, он рассказал об истории праздника и пообщался с ребятами. Каждый раз, когда вы просыпаетесь, вы иногда чувствуете, как лучик солнечного света касается вас, и вы начинаете улыбаться. Также и происходит встреча с Господом. Однажды Он стучится в сердце каждому из нас, и в нас появляется умиление, радость от встречи с Господом. Все, что мы сейчас накопим, вот тот багаж знаний, сведений, опыта, особенно Храма Божия, нас в дальнейшем и нами будет руководить всю нашу жизнь. Мне понравилось, там дети пели, и там еще был Бог. Мне очень понравился праздник. Ребята читали молитвы, а еще пели песни, рассказывали стихи.